Hello. Hi. Воу, я король ящериц. Yeah, some homies thought my iPad. Попалась. Magnets? How the fuck they work? Parasite infested. Okay. Hola. И еще. Я и знать не знал, что ближайшая японо-мексиканская забегаловка имела свои виды на местную популяцию кошек. И им не понравилось, что какие-то гайдзины растаскивают их природные богатства. Однако мне нужны были бабки, ну, в смысле, ради благого дела чего только не сделаешь. Не мог же я подвести этих несчастных сифилистичных кошечек. Славная киска. Help, please. Macaronis. I don't feel very good. Попалась. Hey. Hi. There's another one. God, I hate animals. Давай, киса, тебя ждет сосисочный рай. I'm about to capitalize on your asses. You need to forget about your asses. Славная киса. Police! Police! Kissing that pussy will only bring you sorrow, my friend. Please! Someone call the cops! Кисуля, тебя ждет сосисочный рай. Попалось. Stay away from my kids or I'll cut you! Идите сюда, пушистый. К сожалению, мое новое начальство, как бы это сказать, закрыли. И, короче говоря, бабло мне снова не обломил. Казалось, это уже входит в норму. Но внезапно я каким-то образом влез в предвыборную гонку. Мэр задвигал какую-то левую телегу про безопасность страны, семейные ценности и победу в войне с наркотиками. И вдруг я понял, что мэр — это тот самый хитро выдуманный чувак из порнолавки, только без костюма Марио. В тот же момент позвонил Винс с офигенным предложением работы. Здорово, чувак! В GTA физика лучше. В яблочко. Where, where, where?
Бля, а я думал, предохранитель стоял. Да, я в этом хорош. Run the sleaze merchant out of town. Help, police! За что ты ненавидишь Америку? Упс, палец соскользнул. Подержи немного кошку, а? Надеюсь, ты любишь киску? Пушки не убивают людей, пули убивают, видишь? В яблочко. Всему виной Глен Бек. Во всем виноват христианский металл. Пардон, я совсем не могу себя контролировать. Конечно, это попахивает говнецом, но на самом деле я хороший парень. Постойте, разве политкорректно убивать баб и черных? Стволы не убивают людей, я убиваю. Во всем виновата MTV. Надеюсь, это не занесут в мое личное дело. Что ж, было забавно. К сожалению, все клиенты разбежались, поэтому заплатить я тебе не могу. Хотя можешь оставить себе электрошокер и лопату в качестве оплаты. И знаешь, у тебя все так просто получалось, что я подумываю собрать остальных красоток из Postal и открыть свое охранное бюро. Ладно, увидимся, чувак. Она меня хочет. Остав...